Абхазия, очередная дегустация дикого меда. Вот здесь вот в этом домике живут пчелки. Да не бойтесь, не давите, главное и все. Вот я показываю панораму, вокруг горы, все в зелени, все красиво, очень много туристов, в основном из России. И сейчас мы будем дегустировать мед. Здесь куча меда всяких разных, там и каштан, и акации, и там греча, там что-то еще очень много. Вот оно, весь сбор разных медов.